Вот, например, если у тебя нет партнера или кто-то не хочет с тобой танцевать вальс, то можно потренироваться, если у тебя есть только кофта. Например, берем вот так. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, да! Раз, два, три, раз, два, три, раз, теперь одну ручку на талию, а другую на плечо. На плечо. Вот так. Ну да, давай. Берешь? Обнял. Или, например, также можно танго танцевать. Тарарам, тарарам, пам-пам.